И позитивная экономическая новость. В Новосергиевском районе открыто новое производство. Все подробности у Елены Желниной. Цинковая ванна «Сердце ОЗПЦ». Она самая большая в России. Устанавливали емкость в специальные краны. Здесь цинк плавится при температуре 445 градусов. Сюда и погружаются металлические конструкции. Закрытые полости, как бы, с вещей, там, с не очень качественной сварочной швы. Соответственно, бывают, как бы, металл нагревается мгновенно, можно сказать, до температуры плюс 450 градусов. Ну, соответственно, это нормальный процесс цинкования. Но прежде на этапе погрузки металлические изделия обрабатываются в специальном растворе. Делают это для того, чтобы минимизировать затраченное время. Так цинк оседает на конструкциях гораздо быстрее. Зона предварительной подготовки закрыта защитно-вытяжным кожухом. В создании завода участвовали специалисты из Австрии и Германии. Они резюмировали: ОЗПЦ – предприятие европейского уровня. И, конечно, меня очень радует вот именно в этот момент. Продемонстрировать вам партнерство, простирающееся и выходящее за пределы всех последних политических событий. Горячее цинкование – современный метод антикоррозийной защиты. Он экономичный и экологически чистый. Сам цинк абсолютно безопасен для окружающей среды. Погружать в расплав можно строительные металлоконструкции, опоры линий электропередач, мачт и башен связи, дорожных ограждений и многое другое. Даже если не будет заказов со стороны, он будет обеспечивать нас, для нас продукцией, для нашей компании «Уралэлектрострой», которая строит линии, подстанции. И, соответственно, если он будет работать на нас, он уже будет обеспечен зарплатой и рабочими местами. Оренбургский завод промышленного цинкования – гордость всего региона. Это не просто повышение налоговых отчислений в бюджет. Дополнительно организовано более 100 рабочих мест. Самый крупный завод в мире сегодня оказался. Это шаг вперед. Таких заводов очень мало, раз-два и обчелся. Поэтому я думаю, что проблем со сбытом продукции не будет. Официально завод начал свою работу. Первая партия опор линии электропередач уже оцинкована. Елена Желнина, Денис Стадников, Вести Оренбуржья, Новосергиевский район.